Начнем выпуск с приятной новости. День медицинского работника отметили в Русском театре. Врачей с профессиональным праздником поздравил в Рио главы республики Владимир Васильев. Мы все живем между вашими руками. От рождения и до завершения жизненного пути. И, конечно, очень важно, кто встретится на этом пути. И каждый из нас в этом зале представитель вашей профессии. Или человек, который избрал другую профессию. Назовет сотни врачей, сестер, специалистов среднего звена, работников скорой помощи, с которыми связаны самые искренние чувства благодарности, признательности, любви за то, что вы сохранили жизнь близким, родным людям. Спасибо вам огромное за это. В завершении своего выступления Владимир Васильев отметил лучших сотрудников, вручив почетный знак «Заслуженный работник здравоохранения Дагестана». В рамках торжественной части к своим коллегам со словами поздравления обратился и министр здравоохранения Джамалудин Гаджи Ибрагимов. Наши врачи – отличные специалисты. Их опыт и мастерство известны не только в нашем регионе. Сегодня, в первую очередь, именно от нас зависит успех выполнения главной нашей задачи. Обеспечить доступность и качество оказания медицинской помощи каждому человеку, вне зависимости от места его проживания. Далее в честь праздника состоялся концерт. Своим выступлением зрителей порадовали заслуженные артисты республики.